Ежедневно более 200 тысяч человек ищут в интернете информацию о том, как заработать деньги. Более 10 тысяч ежедневно начинают какой-либо собственный интернет-бизнес. И эта тема приобрела огромную актуальность в последнее время. Почему? Потому что люди уже устали от низких зарплат, от того уровня жизни, которым они живут. Они хотят перемен. Они хотят путешествовать несколько раз в год вместе со своей семьей. Хотят жить в шикарном доме. Хотят иметь автомобиль премиум-класса. Но в то же время они понимают, что если они дальше продолжат работать по найму за весьма скромную заработную плату и не начнут что-то менять в своей жизни, эти их мечты никогда не исполнятся. Именно поэтому такое огромное количество людей ищут информацию о том, как можно зарабатывать деньги в интернете. Для того, чтобы помочь им разобраться в вопросе, я, Голубев Роман, написал книгу «Как открыть свой бизнес в интернете и заработать $500 в первый же месяц». Из этой книги вы узнаете, почему эта тема актуальна в последнее время, каких ошибок следует избегать новичку на старте, какие бывают ниши для заработка, какие варианты заработка есть в интернете, как начать новичку, если у него нет стартового капитала. Эти и все и многие другие вопросы вы узнаете, прочитав мою книгу. В ней я описал ту методику заработка, которую использую я. Вариантов зарабатывать деньги в интернет множество. Я описал там свою методику, которую я использую, которая дает мне результат. Получить эту мини-книгу вы можете, заполнив форму на сайте, указав свое имя, адрес электронной почты, и на этот адрес я вышлю вам свою книгу. Вам нужно будет зайти в свой почтовый ящик, открыть письмо, перейти в нем по ссылке. Для того, чтобы подтвердить, что почтовый ящик принадлежит действительно вам, и вы согласны получить мою мини-книгу. После этого вам придет повторное письмо, где я уже вышлю вам свою мини-книгу. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. Всем спасибо, приятного чтения!